Этот X-фактор не будет лучше, чем украинский. Он будет лучше, чем все X-факторы вместе взятые, которые до этого были. Вот в этом заключается правда. Да. Мы это сделаем. Ну, потому что белорусы лучший вокалист. Вот. То есть, еще раз, я пророчил это, и с каждым днем, вот кастинг заканчивается сегодня, предпоследний, за последний. Каждый день мы убеждаемся в этом. Да? То есть приходят люди с вокальными возможностями, с харизматическими опциями мирового уровня. Мирового уровня. Это потрясающий материал, с которым действительно можно сделать крутое шоу. И шоу подобного масштаба не было еще. Подобного эмоционального накала, подобной глубины. Беларусь — это земля, щедро политая кровью. Да, земля многострадальная, земля много раз изнасилованная, земля долго терпевшая. И сейчас пришел час дать выход этим всем эмоциям, да, которые копились многие годы, десятилетия, столетия, возможно. Сейчас время встать из белорусской травы, из белорусского леса, из белорусской земли, из белорусской воды. И поднимутся эти вокальные волоты, богатыри, былинные, красавицы и герои, которых воспитала эта политая щедро кровью земля. Это будут сильные люди, наполненные люди, люди со смыслами. Вот. И мы с вами будем лицезреть их восхождение. Мы заставим весь мир наблюдать наше восхождение. Больше я ничего не скажу.